Продолжаем выпуск. В Алматы открыли мемориальную доску памяти Ермека Серкибаева. Мероприятие собрало сотни людей, которые преклоняются перед талантом оперного певца. Почтить память почетного гражданина, человека, который прославил оперное искусство Казахстана на весь мир, пришли аким города Ахметжан Есимов, родные артиста, народная артистка Бибигуль Тулегенова и известные деятели культуры. Напомню, с момента ухода из жизни выдающегося артиста и педагога прошло 10 месяцев. Алмата – мой центр земли. Именно с таких строчек любимой песни Ермека Серкибаева и началась церемония открытия мемориальной доски легендарного оперного певца, которого в народе прозвали «Казахстанским Паваротти». Присутствующим на мгновение показалось, что пересечение улиц Желтоксана и Багунбай Батыра превратилось в тот самый квартал золотых 60-х, где хотелось петь, творить и мечтать. Именно в такой атмосфере и прошла вся молодость талантливого артиста Ермека Бекмухамедовича. Ермек Бекмухамедовича. Своим талантом он поднял престиж страны в Европе и по всей Азии. Ермек Серкибаев оперным искусством доказал, что казахский народ очень музыкальный и творческий. В Алматы он был очень почитаемым гражданином, был удостоен различными наградами. И самое главное то, что он обладал харизмой. Место установки мемориальной доски выбрано не случайно. В этом доме Ермек Серкибаев прожил 3 года. Позже, неподалеку от Гатоба, началась его первая трудовая деятельность. Этот дом выбран не случайно. Мы долго думали, советовались с семьей и решили, что это действительно то место, где Ермек Бекмухамедович, в общем-то, вот пятачок такой, где прошла вся его жизнь. Где-то в 15 лет, вот в здании консерватории сейчас, там было казахское радио, в 15 лет он туда пришел диктором. Ермек Бекмухамедович всегда являлся для нас, является для нас эталоном высокого искусства. Это наш Паваротти, казахстанский Паваротти. И мы, конечно, при жизни всегда, как говорится, не обращаем, как бы стараемся внимания, но я всегда говорила, Ермек Мухамедович, Бибигуль Тулегенова, Роза Тажибаян Баклановна, это наши мэтры, это мегазвезды, которые представляют наше лицо казахстанского искусства. В этот день собралась почти вся семья Серкибаевых. Сын, дочь, внуки и даже правнуки. Им есть кем гордиться и кому подражать. Аким города в конце мероприятия отметил, что такой человек, как Ермек Бекмухамедович, рождается раз в век. И его имя нужно запечатлеть золотыми буквами в истории культуры страны. Дильмурат Муталипов, Токмолда Кусаинов, телеканал «Алматы».